На заседании областного общественного совета в Краматорске обсуждали блокаду активистами железной дороги. Не обошлось без конфликта. Приехал сюда и будем указывать. На заседании присутствовали три народных депутата. Владимир Парасюк назвал ложью информацию о том, что блокаду Донбасса поддерживает Виктор Медведчук. Я вважаю, що Медведчука взагалі потрібно в Україні ліквідувати фізично. Це має займати службу. Депутат Семен Семенченко рассказал о результатах своей проверки местных теплоэлектростанций. Несколько дней назад мы были на Краматорске ТЭС. Краматорске ТЭС большая часть владеет американская компания. Несмотря на заявление блока Петра Порошенко и Жебринского о том, что у них осталось топлива несколько дней, сообщаю, у них топлива осталось 18 дней. После этого они могут перейти на газ. И опять же, они вырабатывают настолько мало электроэнергии, что ни на какие верные отключения это не влияет. Губернатор Донецкой области предложил депутату Егору Соболеву создать экспертную группу по изучению последствий блокады. Это должны быть эксперты, которые работают в сфере национальной безопасности, которые работают в сфере энергетики и так дальше. Обговорить это, взвесить. І після цього, вибачте, з такими аргументами, я думаю, що погодиться і Верховна Рада, якщо вони будуть на ту чи іншу сторону, і президент. Кожна така дія, і особливо на території Донецької області, має бути 100 раз відмірена, а потім відрізана. По итогу заседания областной общественный совет вынес решение поддержать блокаду, а также обратиться к властям для создания групп по контролю грузового транспорта на линии разграничения, куда должны войти как государственные структуры, так и члены общественных организаций Донецкой области.